Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог и психолог. В первую очередь от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас очень важный, интересный расклад именно на самое главное, важное событие в вашей жизни в ближайший год. Ближайший год – это 12 месяцев, и в связи с этим я выложу 12 карт, то есть у вас будет достаточно большой выбор. Но сразу вам говорю, что вы можете выбрать несколько карт. И загадайте, пожалуйста, сферу жизни. Я буду рассказывать каждую карту по всем сферам жизни. Но не могут же быть у вас события прям во всех сферах жизни сразу. Хотя так тоже иногда бывает. Но вы именно загадайте, то есть, к примеру, одну карту выберите из 12 на личную жизнь. Одну, то есть всего 4 сферы жизни я рассматриваю. Это личная жизнь, здоровье, работа, карьера, бизнес и финансы. Да? То есть 4 сферы жизни. Вот. Выберите одну карту на работу, на самое главное событие в работе, карьере, бизнесе. Ну, если у вас бизнес, то в бизнесе, естественно. У кого-то может быть и работа, и бизнес, да. Надо будет одна карта, я расскажу и про работу, и про бизнес. Хотя можете даже отдельно загадать, да. Для тех, у кого есть и работа, и бизнес, можете отдельно загадать карту на работу и отдельно на бизнес. То есть еще 2 карты. То есть максимум 5 карт вы можете загадать. А вот. Поэтому выбирайте карту отдельно на личную жизнь, отдельно на работу, в карьеру, отдельно на бизнес, финансы и здоровье. Ну вот как-то так. При этом, конечно же, все равно я вам, девочки, напоминаю, хотя знаю, что мои расклады все проигрываются, напоминаю, что все-таки это общий онлайн-расклад. Его точность, конечно же, зависит от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber или WhatsApp. Контакты смотрите внизу под этим видео или на заставке к данному ролику. Именно пишите, то есть только смс, только на Viber или WhatsApp. По-другому невозможно. Дальше, девочки, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Нажимайте колокольчик вот тут внизу под этим видео, чтобы не пропускать мои новые расклады, премьеры на моем канале. Еще обязательно оставляйте комментарии под видео, потому что мне важно ваше мнение. Очень интересно, как конкретно у вас проигрывается та или иная позиция. Вот. Еще один момент. Личные вопросы, девочки. Ну, часто вижу, пишите в комментариях. Не стоит в комментариях писать именно вопросы личного характера, что лично будет у вас, да? То есть вы посмотрели расклад, выбрав какую-то позицию, услышали ответ карт, да, который я озвучила, и все. С личными вопросами только на личную консультацию. То есть в комментариях я никогда не отвечала и отвечать не буду на личные вопросы. Единственное, что я вам обещала, подключить платный чат, да, вот там я буду отвечать на личные вопросы. Но пока я его не подключила, у меня просто катастрофически не хватает времени, а с ним нужно разбираться. Вот. Ну, в общем, как-то так. Когда выходят премьеры на моем канале, некоторые, наверное, думают, что это прямая трансляция. Да, нет, прямая трансляция тоже пока не делала. Не вижу, честно говоря, пока в них надобности. Тем более, что личные вопросы, именно конкретно, будет ли Маша с Пашей, да, и как у них, какое будет у них будущее, я все равно даже в трансляции рассматривать не буду. Я буду, конечно, отвечать на какие-то вопросы, но не вопросы личного характера однозначно. То есть что-то вам рассказать, что-то вам объяснить конкретно. На вопросы по раскладу, по какому-то, да, я могу ответить, но не на личные. Вот. Поэтому, ну, имейте это в виду.
Вот так скажем. Итак, приступаем к сегодняшнему раскладу. Еще, девочки, я наконец-то получила серебряную кнопку от Ютуба. Очень рада, очень довольна и счастлива. Это очень большое значимое достижение в моей жизни. И с благодарностью, конечно, принимаю поздравления от всех. Посмотрите обязательно видео с распаковкой серебряной кнопки на моем канале. Потому что, честно говоря, данное видео набрало меньше всего просмотров, что меня очень сильно не то что обижает, но просто я думаю, что некоторые даже не знают, да, то есть 100 тысяч подписчиков на канале, а у видео просмотр всего лишь 2000. То есть получается только 2000 из моих подписчиков знают, что я получила серебряную кнопку на канале. Ну, как-то это неправильно, мне так кажется. А неужели, то есть мне интересно, неужели вам не хочется вместе со мной разделить успех и радостное событие на канале? Потому что успех это же не только мой, но и ваш в том числе. И еще один момент, девочки. Когда я говорю, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик. Вы же помните об обмене энергиями, да? Или закон сохранения энергии. То есть, если вы хотите, чтобы все сбывалось, все проигрывалось, да? То, естественно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарий. Тогда получится у нас с вами взаимообмен. Я вам свою позитивную энергию даю, да, и вы мне благодарность, то есть размещаете. Если вы мне как бы не даете свою энергию, то моя энергия к вам тоже никак не поступит по закону сохранения энергии. Итак, девочки, 12 карт. Можете сразу выбирать, пока я раскладываю. Итак, самое главное событие в вашей жизни в ближайший год. Год – это 12 месяцев, начиная с просмотра данного видео. Итак, смотрим. Сосредоточьтесь, прислушайтесь к своей интуиции и выберите ту карту, которая вам больше нравится или которая у вас отзывается. Как я говорила в начале видео, вы можете выбрать 5 карт на 5 разных сфер жизни. Первая сфера жизни – это здоровье, личная жизнь, работа, карьера, потом на бизнес можно отдельно и финансы. Вот так. То есть можете выбрать от 1 до 5 карт. То есть 5 это просто максимально. Поэтому вы прислушайтесь к своей интуиции и выбирайте. Для вашего удобства поставьте видео на паузу. То есть конкретно на каждую сферу. Я расскажу самое главное, значимое, важное событие в той или иной сфере. Итак, девочки, приступаем. Итак, первая карта. Для тех, кто выбрал первую карту, я сейчас расскажу все сферы жизни. А вы для себя отметите то, что выбрали именно вы. Да, какую сферу жизни именно вы выбрали по данной карте. Итак, королева жезлов. Самое главное, основное для всех сфер жизни будет, это то, что у вас будет прилив энергии, жизненных сил, а у вас будет много желания делать, творить, работать, заниматься бизнесом.
То есть действительно будет много сил и желания, много энергии. Энергия будет просто через край. Теперь по сферам жизни, по здоровью. Если у вас есть какие-то заболевания, то самым главным и значимым для вас событием будет выздоровление. Выздоровление благодаря как раз-таки большому количеству энергии и жизненным силам. А также благодаря оптимизму, позитиву, каким-то радостным событиям в жизни. Дальше. Для тех, у кого работа, карьера, да, для тех, кто работает. Здесь, скорее всего, у вас будет либо повышение по карьерной лестнице, то есть у вас либо новая должность вас ждет, либо какие-то дополнительные обязанности у вас будут. В связи с чем, сразу озвучу финансы. Финансы для всех, то есть будет увеличение финансов и для тех, кто бизнесом занимается, и для тех, кто работает. То есть самым значимым также будет событием это увеличение финансов. Но по финансам самое благоприятное увеличение финансов, скорее всего, произойдет либо благодаря новой должности или новым обязанностям, или благодаря новому бизнесу, новому направлению в бизнесе. Либо, может быть, вы работаете и решите заняться каким-то своим делом или бизнесом. Так бывает, что и человек и работает, и бизнесом занимается. То есть благодаря чему-то новому, какому-то новому занятию или новому бизнесу. Здесь очень благоприятно именно начинать новый бизнес. Дальше, для тех, у кого бизнес, то я уже озвучила, да, это либо новое направление в бизнесе у вас будет обязательно, либо новая услуга, новый товар, либо вообще новый бизнес. Вполне возможно. Личная жизнь. Что касается личной жизни, то вас всех ждет яркое интимное приключение или яркий, страстный, бурный роман. Ну, скажем, если вы каких-то очень серьезных взглядов, да, то и при этом вы в браке, то возможно, что у вас вместо страстного романа просто произойдет всплеск чувственности и страсти в вашей паре, в отношениях с вашим мужчиной. Переходим к следующей карте. Следующая. Это у нас с вами четверка мечей. И что вы, по четверке мечей первое это здоровье. Если есть какое-то заболевание, то вам понадобится лечение в стационаре или лечение в санатории. Ну, в санатории это может быть для поддержания здоровья, например, да? Хотя и лечение тоже вполне возможно. То есть либо стационар, либо лечение в санатории. Дальше, девочки. Работа, карьера и бизнес. Да? У вас самым главным событием будет великая усталость и перенапряжение. То есть вы настолько будете много работать и вкладывать сил в работу, карьеру, бизнес, что наступит момент, когда вас ничего абсолютно не будет радовать. Вы просто очень сильно устанете, у вас просто не будет сил на что-либо, ни сил, ни желания. Вот тут мне очень хочется посоветовать вам мою сказку на ночь, она только вышла. Сказка на ночь, она называется «Мощный заряд энергии и жизненных сил». Вот она действительно такая очень мощная получилась, да? То есть можете взять ее сейчас, можете взять тогда, когда почувствуете бессилие. И вам нужно будет, естественно, не запускать данную ситуацию, потому что иначе это отразится на здоровье. Вам нужно будет взять отпуск, к примеру, или отойти от дел для того, чтобы отдохнуть и набраться сил. Это обязательно. Дальше, что касается личных отношений,
то здесь тоже, то есть вам захочется, вы устанете, наступит период, когда вы просто устанете от отношений. И вам нужно будет взять паузу для того, чтобы проанализировать и подумать о ваших взаимоотношениях. Для тех, кто одинок или кто в поиске, да, тоже у вас будет такой период, когда вас ничего не будет радовать. То есть вам не захочется в этот период иметь какие-то отношения. Вам наоборот захочется заняться медитациями, релаксациями, да, то есть восстановлением себя. Конечно, это будет связано больше всего с работой, но это действительно для всех будет такой... Вот самым значимым для вас, для всех будет период застоя, скуки и усталости от какой-то одной сферы жизни, либо от жизни в целом, скорее всего, потому что это будет такое энергетическое бессилие. Дальше, следующая карта, это тройка пентаклей. И тройка пентаклей именно по здоровью говорит о том, что здоровье будет крепкое. Но смотрите, если есть заболевания, то самым важным для вас будет это найти высококвалифицированного врача для того, чтобы он назначил правильное лечение или верное лечение. Потому что, скорее всего, то лечение, которое вы принимаете сейчас, оно неверное. Но поймете вы об этом не сейчас, я так думаю. Хотя вот сейчас расклад посмотрели, да, вы уже понимаете, что лечение неверное, и уже сейчас начнете искать именно высококвалифицированного врача, который реально назначит вам правильное лечение. Дальше. Вот теперь про личную жизнь очень хочу рассказать. Самым главным и значимым событием в личной жизни это будет... Для тех, кто в паре, начало совместной жизни, совместного проживания. Для тех, кто в браке, решение каких-то бытовых вопросов. Это может быть покупка недвижимости, переезд в новое жилье, ремонт, да, покупка крупной бытовой техники. Ну, в общем, какие-то бытовые вопросы вы будете совместно решать. Для тех, кто одинок, кто в поиске, вполне возможно начало новых отношений, серьезных отношений. Но при этом, смотрите, во всех отношениях будет мало чувств и эмоций. То есть, если это начало отношений, то оно будет таким спокойным, равномерным. То есть, вашей паре именно не будет хватать чувств. Хотя не исключаю, что они будут. Но как-то вот именно будет направленность именно... на серьезность, стабильность, да, ну вот что-то такое. Возможно, вы оба просто с партнером сами по себе такие очень серьезные и сдержанные. Для вас, может быть, вот эти верхние чувства, эмоции не имеют большого значения. Дальше. Работа, карьера. Вам нужно будет проявить профессионализм, а для этого вам нужно будет именно профессиональное развитие. То есть, возможно, какие-то курсы нужно будет пройти. И это будет таким значимым событием. Потому что благодаря этим курсам, конечно же, вы сможете добиться успеха в вашей работе. Вот. А также, возможно, смена работы и начало. То есть, если вам предложат новую работу, новое место, новую должность, то это будет начало работы по призванию. То есть вам будет это очень-очень нравиться. Вы почувствуете именно себя на своем месте. Поэтому будут какие-то предложения по работе, принимайте. Что касается бизнеса, то вам нужно будет принять помощь от какого-то мастера своего дела, профессионала, да, то есть, возможно, пригласить вам для развития вашего бизнеса какого-то профессионала, который реально вам поможет.
Также очень благоприятно по данной карте начало нового бизнеса, нового дела или нового направления в бизнесе. Здесь очень благоприятно именно бизнес или работа в сфере красоты, дизайна, благоустройства. То есть вот из этих сфер, но все это связано с красотой и творчеством, да, творчество также, искусство еще, да. Возможно, вы вдруг начнете заниматься рисованием, скажем, на стенах, и это начнет приносить вам доход. Такое тоже возможно. Переходим к следующей карте. Это двойка жезлов. А, девочки, не сказала по финансам. И эту карту не сказала, и эту. По финансам, четверка меч, по четверке мечей, здесь увеличение прибыли однозначно не будет. То есть, кто загадывал данную карту на финансы, то доходы будут маленькие, возможно, даже уменьшение доходов. И здесь, то есть, значимым событием будет именно уменьшение доходов. По тройке пентаклей работа будет в удовольствии, но увеличение прибыли она не сулит. То есть, если вы загадывали вот эти карты именно по финансам, то финансовая ситуация останется ровно такой, какая есть сейчас. Единственное, по четверке мечей даже может быть уменьшение прибыли. Дальше, по двойке жезлов, соответственно, смотрите, здесь по финансам именно отсутствие перспектив на увеличение финансов. Вот так скажем. То есть именно увеличение финансов также не будет. Ну, начнем именно со здоровья теперь. Да, по финансам я сказала, кто загадывал на финансы, здесь именно значимых каких-то важных событий именно по финансам не будет никаких. Здоровье. Необходимость правильной диагностики. То есть, скорее всего, вы пройдете диагностику, это будет для вас важным и значимым событием, но диагностика окажется неверной. Поэтому здесь совет от двойки жезлов пройти диагностику в нескольких местах. Для того, чтобы, соответственно, вам поставили правильный диагноз и назначили верное лечение. А может быть, у вас вообще никаких заболеваний и не найдут. Да? То есть, возможно, просто неверная диагностика. Вот. И обратите внимание, то есть могут проявиться болезни ног. Дальше, для остальных сфер жизни здесь выбор. То есть самым главным и важным для вас событием в работе, карьере и бизнесе будет именно выбор. Ситуация выбора. Причем сложная ситуация выбора, потому что очень много стоит на кону. Да, то есть выбор будет поэтому достаточно сложный. Либо между двумя должностями, да, может быть, да, или вам предложат новое место работы, вы будете метаться, не будете знать, какое место работы выбрать, вот, либо в бизнесе, может быть, предложат новый бизнес, может быть, партнер какой-то появится в вашей жизни, ну, в любом случае, во всех этих сферах будет именно ситуация выбора. Она у вас у всех будет разная. Но здесь совет от двойки жезлов. Тщательно обдумайте все варианты перед тем, как этот выбор сделать. И это действительно будет очень важное событие, потому что выбор будет сложным. Что касается личной жизни, то здесь будет выбор либо между двумя мужчинами, либо выбор будет, скажем, вступать в брак или не вступать, начинать отношения с этим мужчиной или не начинать, да, то есть выбор будет в любом случае и в личной жизни в том числе. Поэтому вот самое главное, значимое для вас событие, это ситуация
выбора. Совет я вам проговорила, но здесь, если судьба дает вам выбор, то в любом случае выбор за вами. Почему? По той простой причине, что поймите, то, что хорошо для меня, не факт, что хорошо для вас, потому что мы все люди на Земле разные. И то, что хорошо для одного, не факт, что хорошо для другого. Поэтому здесь выбор вы должны сделать именно сами. То есть сами проанализировать и сделать выбор на основании того, что для вас. То есть ни на кого не ориентируйтесь. Прислушайтесь именно к своей интуиции и подумайте, что именно для вас будет лучше. Для этого, конечно, нужно владеть информацией, чтобы сделать выбор. К примеру, предлагают вам новое место работы. Узнайте, какая будет зарплата, сколько часов работы, какие обязанности. Сходите, поговорите, скажем, с начальником, да, который будет у вас на новом месте работы, с коллегами познакомьтесь, для того, чтобы вы понимали, что на что вы меняете. То есть нужна дополнительная какая-то информация. И также по поводу бизнеса, да, тоже изучите всю информацию, узнайте информацию, никогда не стесняйтесь расспрашивать. Это ваша жизнь. И гадать, как бы, это лучше выбрать или это, здесь не нужно. Здесь нужно именно, поэтому карты и не отвечают, да, здесь именно вам нужно собрать информацию и проанализировать, и выбрать, что для вас лично будет лучше. Вот такой выбор непростой вам предстоит. Следующая карта, девочки, смотрим. Это старший аркан повешенный. И старший аркан повешенный, во-первых, по здоровью сейчас самое главное, важное событие. Ближайший год. Это, смотрите, могут быть у вас иммунные какие-то заболевания, слабость, ипохондрия. А также по старшему аркану повешено получение выгоды от какой-то своей болезни. Ну, так часто нам хочется внимания близких, родных людей. И, как я уже говорю, то есть болезни, они не бывают просто так. Они все у вас в голове. Вот если вам не хватает, скажем, внимания близких, родных людей, либо вашей второй половинки, то вот здесь возможны какие-то заболевания. Обычно я это связываю, конечно же, с психосоматикой, да, то есть надуманные заболевания. Но, тем не менее, могут быть, но обратите внимание, что это может быть действительно надумано. То есть если перестроить свое подсознание, то, естественно, и болезни уйдут из вашей жизни. Дальше. Что касается работы, карьеры и бизнеса, то такое время ожидания. Ожидания перемен. Возможно, вы ждете, когда вам предложат новую должность. Либо вы ждете, когда ваш бизнес наконец-то начнет приносить прибыль. То есть именно такое, то есть вы, видимо, до этого очень много делали, вкладывали. И вот этот период ожидания, он будет для вас самым значимым и важным. Почему? Ну, потому что всегда, то есть сложно ждать чего-то. Поэтому будет у вас такой период ожидания. А также для некоторых, возможно, самым главным будет все-таки пассивность, то есть период такой пассивности или рутинной работы. Будет очень хотеться перемен, но перемен не будет. Да, то есть весь год у вас пройдет стабильно достаточно, что касается работы, карьеры, бизнеса. Вот. И также сейчас сразу переключаюсь на личную жизнь. В личной жизни также никаких перемен не будет. Скорее всего, те, кто выбрали эту
карту именно для личной жизни. Именно хотят перемены, вы будете их ждать, но их, скорее всего, не будет. Дальше. По финансам. Старший аркан повешенный говорит о том, что работа или бизнес не будут, то есть ожидание прибыли не оправдается. И вот это вот этот период как бы ожидания, пассивности. То есть мне здесь очень хочется что сказать. Нужно делать. Тем более вот повешенный как бы, смотрите, он одну ножку уже опустил, то есть готов что-то делать. Скорее всего, вам нужен этот период для того, чтобы понять, что если вы ничего делать не будете, ничего с места и не сдвинется. Не начнутся новые отношения, не наладятся те отношения, которые есть, да. То есть над отношениями нужно работать, на работе нужно работать, в бизнесе нужно работать, и не просто работать, вот, а именно развиваться, самосовершенствоваться. Вот, тогда и жизнь будет меняться, естественно. То есть здесь именно вот такой совет я бы хотела вам дать. Поэтому самым значимым для вас периодом как раз будет именно период пассивности, застоя, скуки, и ожидание перемен. Дальше переходим к следующей карте. И следующая карта — это старший аркан умеренность, который в продолжении предыдущей карты говорит о том, что никаких перемен, никаких изменений, каких-то важных и значимых событий в ближайший год для вас не будет. Ни в работе, ни в карьере, ни в бизнесе. То есть, но при этом все будет хорошо. То есть стабильно хорошо. Но именно каких-то перемен не будет. То есть, если вы работаете, то так и будете работать. Если у вас свой бизнес, то он также будет стабильно идти. То есть, нет развития. Вот здесь мне тоже очень хочется вам посоветовать, ну, что нужно все-таки поработать именно над развитием бизнеса или над своим личным развитием, самосовершенствованием, для того, чтобы что-то в вашей жизни изменилось. Вот. Что касается отношений, скорее всего, привычка, да, то есть вы друг к другу привыкли, для тех, кто в паре или в браке, для тех, кто одинок, вы привыкли уже к тому, что вы давно или недавно, то есть привыкли уже к тому, что вы одиноки, что нет у вас спутника жизни. Кстати, многим это очень даже нравится, жить в одиночестве, поэтому вот здесь именно такая ситуация. Что касается здоровья, здоровье хорошее, соответствующее возрасту. Единственное, по здоровью важное, значимое событие — это могут быть какие-то легкие сезонные недомогания типа простуды. Вот. И еще, значит, для тех, кто в паре или в браке, вот для вас может быть значимое событие — это беременность. То есть имейте это в виду. Не знаю, насколько радостное будет для вас это событие, но вполне возможно именно зачатие. Зачатие, беременность — это для вас будет важным событием. И еще обратите внимание на жидкости организма, кровь, лимфу. Хотя карта именно никаких заболеваний, вот кроме легких простудных, не предполагает. Поэтому никаких перемен тут у вас ни в какой сфере жизни не предвидится. По финансам то же самое. То есть стабильно хорошая ситуация. Переходим дальше к следующей карте. И следующая карта — это король жезлов. И по королю жезлов здоровье будет отличное, прямо богатырское. Возможны проблемы с давлением и кровообращением. И это не обязательно заболевание. Нужно больше двигаться или
включить в свою жизнь какие-то физические нагрузки, занятия спортом. Но для этого вам нужно однозначно проконсультироваться с врачом. Дальше. Работа, карьера и бизнес. Давайте сначала работа, карьера. Будет у вас много прилив прямо сил, энергии. Вам будет хотеться что-то делать, будет много желания. Вот. И здесь очень благоприятно. Возможно, вы начнете заниматься общественной или политической деятельностью. Благоприятно соперничество. То есть, возможно, решите занять какую-то должность. И тут сыграет именно соперничество. Вот. Также значимым событием для вас будут контакты с уважаемыми людьми. Но это для всех. И для тех, у кого для тех, кто работает, и для тех, у кого свой бизнес. С высокопоставленными людьми. Это может быть, вы решите оформить свой бизнес или лицензию какую-то, либо еще какие-то документы. Да? Вот. Также, благодаря тому, что у вас будет много сил или большой прилив сил, энергии, ваш бизнес начнет быстро развиваться, потому что вас прямо будут посещать постоянно гениальные творческие идеи. То есть однозначно вы как раз таки будете что-то в своем бизнесе менять или, может быть, ведете новую услугу, новый товар, что-то поменяете, либо, ну, неважно что, но что-то будет у вас новое, потому что вы будете буквально фонтанировать гениальными идеями. Это касается причем не только бизнеса, но и работы тоже. То есть действительно вы станете таким генератором идей. И не просто генератором, да, вы еще эти идеи будете воплощать в жизнь. И, соответственно, быстрое развитие бизнеса, или если вы хотите новую должность, если вы работаете, то получение новой должности. Дальше, для личной жизни возможен страстный бурный роман, короткий, либо всплеск чувственности, страсти в отношениях с вашим мужчиной. По личной жизни все, финансы по королю жезлов – это быстрое развитие бизнеса и увеличение прибыли и в бизнесе, и, естественно, если вы получите новую должность, то также у вас доход увеличится. Поэтому здесь увеличение дохода будет в любом случае. Дальше переходим к следующей карте, девочки. Это старший аркан маг. Ну, тут тоже самое главное, значимое событие для всех сфер – это инициативность, естественно. А также уверенность в себе, умение взять любую ситуацию в свои руки, под контроль. Также начало любого нового дела, начало новой работы может быть, новая должность тоже может быть. Начало какого-то перспективного дела, бизнеса, торговли. Очень благоприятно бизнес именно в сфере торговли или работу в сфере торговли. Также начало нового этапа, то есть если бизнес у вас уже есть, начало нового этапа в бизнесе, то есть ваш бизнес начнет подниматься, приносить больше прибыли. Но при этом, конечно, основное здесь это инициативность, уверенность и принятие на себя ответственности. Если это новая должность, то принятие ответственности не только за себя, но и за ваших подчиненных, естественно. Если это бизнес, то также принятие ответственности за себя, за свой продукт, за свой товар и за ваших подчиненных, если они у вас есть. То есть такое развитие благодаря инициативе. Причем вы действительно будете проявлять инициативу и в работе, и в бизнесе.
благодаря чему либо получите новую должность, либо будет успешно развиваться ваш бизнес. Начало нового бизнеса очень благоприятно. Если есть какие-то задумки, начинайте. Очень действительно благоприятно в ближайший год. Потому что карта на год. Дальше по здоровью. Основное значимое событие – это выздоровление благодаря собственным усилиям. А также, смотрите, могут проявиться болезни, связанные с головным мозгом и опорно-двигательной системой. По финансам старший аркан маг сулит вам увеличение прибыли. Неважно, работаете вы или занимаетесь бизнесом. Но самое благоприятное, то есть увеличение прибыли, может быть, своим делом решите заняться. То есть увеличение прибыли за счет бизнеса или какого-то своего дела. Продолжаем. В личной жизни по старшему аркану маг. Для тех, кто в паре или в браке, мужчина будет проявлять инициативу. Возможно, придете, то есть для тех, кто в паре, возможно, предложение руки и сердца, совместное проживание. Ну, а для тех, кто в браке, какие-то бытовые вопросы, решение каких-то бытовых вопросов, связанных с недвижимостью. Возможно, мужчина начнет больше зарабатывать, приносить денег в семью. Покупка какой-то крупной бытовой техники может быть, да, то есть какие-то бытовые вопросы. Но именно мужчина будет проявлять инициативу. Для тех, кто одинок, вполне возможна встреча с мужчиной, который сам начнет проявлять инициативу, то есть ухаживать за вами. И вполне перспективные будут в будущем отношения. Девочки, вскочу туда-сюда, да. По предыдущей карте тоже, кто загадывал личную жизнь, по королю жезлов. Здесь тоже инициатива, то есть будет со стороны мужчины, если вы в паре или в браке, проявление заботы. Увеличение чувственности в ваших отношениях. И что касается, естественно, что если вы одиноки или в ожидании, в поисках мужчины, то да, в вашей жизни появится мужчина, очень страстный, такой яркий для отношений. Но здесь о перспективе брака я сказать не могу по королю жезлов. Само появление мужчины уже в вашей жизни будет ярким и значимым событием. Но уже как будут развиваться ваши отношения, посмотрите другие видео на моем канале. Когда мужчина появится в вашей жизни, посмотрите какие-нибудь видео на чувства или отношения. И переходим теперь к следующей карте. Смотрим. И это у нас, девочки, король пентаклей. Такой красивый мужчина. Сразу скажу, что для личной жизни, особенно для тех, кто одинок, кто в поиске, это очень такая серьезная будет встреча. Мужчина идет вам именно для серьезных отношений с перспективой брака. Мужчина достойный, обеспеченный, серьезный. Мужчина, у которого черные волосы, темные глаза. Вот такой замечательный король пентаклей идет вам для личной жизни. А дальше, для тех, кто в паре или в браке, возможно, у вас увеличится достаток. Для тех, кто в браке, да, или какие-то финансовые вопросы вы будете решать, успешно причем решать. Для тех, кто в паре, вполне возможно предложение руки и сердца, или просто решите с мужчиной начать совместное проживание. Это для личной жизни. Дальше, для здоровья. Здоровье будет крепкое. Обратите внимание, то есть могут проявиться
заболевания сустава. И самое главное для вас в этом году, карта советует рассмотреть более подвижный образ жизни. То есть, может быть, какие-то физические упражнения, зарядку или что-то еще, включить в свою жизнь. Дальше. Что касается работы, карьеры и бизнеса, да, то будет увеличение прибыли, без сомнения, по королю пентаклей. Также получение должности возможно. Благоприятно здесь начать бизнес именно в сфере сельского хозяйства. Кстати, очень поддерживается государством сейчас. Ну, я имею в виду в России именно предпринимательство в сфере сельского хозяйства. Вот. Также для тех, у кого есть бизнес, это стабильность и увеличение прибыли. Для некоторых еще не только предложение руки и сердца будет в личной жизни, для кого-то это будет уже вступление в брак. То есть именно заключите брачный контракт, брачный договор. У всех по-разному. Дальше. Для тех, кому нужен спонсор для реализации какого-то проекта, какой-то идеи, найдете спонсора. И еще для многих из вас очень значимым и важным событием будет приобретение какой-то недвижимости. Ну, в общем-то, вот такие события. Самые главные и важные будут для всех, кто выбрал данную карту. Дальше. По финансам я сказала, будет увеличение финансов в любом случае. Не знаю, за счет чего. Ну, то есть, если вы работаете, может быть, новая должность, новые обязанности, дополнительные обязанности. Ну, в любом случае, будет увеличение финансов. Переходим к следующей карте. Следующая карта у нас — это шестерка пентаклей. И шестерка пентаклей именно по здоровью говорит о том, что, возможно, если есть заболевание, то вам понадобится дорогостоящее лечение и хорошие лекарства. Могут проявиться заболевания рук и шеи. Обратите на это внимание. Дальше. Работа, карьера и бизнес. Ну, в любом случае будет какое-то предложение для вас, из которого вы получите материальную выгоду. Это могут быть, может быть, предложение работы, дополнительных обязанностей, предложение партнерское в бизнесе, может быть. Ну, какое-то выгодное предложение будет у вас. Стоит его принять. По поводу инвестиций тоже может быть какое-то выгодное предложение. Но вот по поводу инвестиций, девочки, нужно все взвешивать. Да, несмотря на то, что я говорю, предложение выгодное. Тем не менее, что касается инвестиций, нужно быть очень внимательными, потому что очень много мошенников. Ни в коем случае не поддавайтесь на какие-то непроверенные, так скажем, способы инвестирования. Хотя так, сейчас очень много таких предложений, поэтому я просто уже знаю, потому что обращаются ко мне на личные консультации и с такими вопросами, поэтому я знаю. Дальше. В работе, карьере и бизнесе достижение успеха по заслугам, ну и увеличение прибыли в том числе, да. То есть по финансам тоже карта хорошая для тех, кто именно по финансам, да, данную карту выбрал, потому что она также сулит увеличение прибыли. Либо за счет того, что будет выгодное предложение какое-то по бизнесу, предложение сотрудничества может быть, либо в работе также будет увеличение прибыли или дохода, да, ежемесячного за счет каких-то дополнительных обязанностей или повышение по карьере, по службе. И то, и другое верно. В личной жизни. Это такая карта
взаимопомощи. Взаимопомощи друг другу, карта общения. Вот смотрите, если вы в паре или в браке, то тут как раз-таки у вас все будет хорошо, но никаких ярких, значимых событий не будет. То есть ваши отношения будут идти ровно и стабильно. А вот, и будете, то есть будут вопросы какие-то у вас бытового характера, будете решать. Вот. А если вы одиноки, да, и в ожидании какого-то мужчины, то вполне возможно, что начнете общаться. Но пока, то есть мужчина появится, будет общение, но пока именно отношений я не вижу. Вот. То есть вполне возможно, что какой-то мужчина на горизонте у вас появится. Дальше, девочки, переходим к следующей карте. И это рыцарь мечей. Рыцарь мечей говорит о том, что по здоровью возможно острое воспаление, операции, ушибы, порезы. И говорит еще о том, что необходимо действовать быстро. Да? То есть, если вдруг срочно понадобится операция, то срочно идите на эту операцию. Ну, конечно, не бездумно, да, но действовать нужно срочно. То есть, может быть, какое-то воспаление, какой-то воспалительный процесс может быть. Карта говорит о том, что все пройдет хорошо. Дальше. По финансам рыцарь мечей сулит вам большие денежные потоки, то есть прям будет такая невероятная прибыль от вашего бизнеса, например. Но это может быть и сторонняя какая-то прибыль, то есть получение денег откуда-то, неожиданных каких-то денег со стороны. Это может быть выигрыш, наследство, ну не знаю, любые какие-то деньги, то есть откуда-то неожиданные деньги, нежданные деньги. Вот, но именно большие. Что касается личной жизни, для тех, кто в паре или в браке, здесь будут конфликты из-за ревности. Вот, для тех, кто одинок в поиске, то в вашей жизни появится мужчина, чуть-чуть младше вас будет, на год, два, пять. Мужчина, у которого темные волосы, темные глаза, скорее всего, служащий каких-то официальных органов. Это врач, юрист, адвокат, военный, полицейский. Ну, именно официальные какие-то органы. Такой холодноватый, несколько сдержанный в чувствах, эмоциях, привыкший к порядку. Вот, вот такой мужчина у вас появится. По поводу отношений много будет ревности с его стороны. И уже сразу в отношениях начнутся какие-то конфликты. Но это не говорит о том, что в дальнейшем ваши отношения не сложатся. Наоборот, вполне возможно, что вы будете работать над отношениями, и в дальнейшем ваши отношения станут крепче, стабильнее, гармоничнее. Но сначала вот будет много недопонимания в отношениях. Дальше. Работа, карьера и бизнес. Здесь по рыцарю мечей вас ждет молниеносное движение вперед. То есть могут неожиданно предложить новую должность, новую работу. Все это будет благоприятно, потому что благодаря этому будет и увеличение финансов. Вот. Также, смотрите, внезапные путешествия, возможно, командировки, повышение, курсы повышения квалификации, получение любого образования, обучения. Вот. И еще что тут важно, что вам нужно будет, конечно, проявить свой интеллект. В бизнесе какие-то будут, возможно, новые идеи или, ну, то есть перемены в любом случае будут. И перемены, возможно,
тоже связано с каким-то мужчиной. Это либо ваш новый партнер будет, который что-то предложит, да, либо, может быть, ваш работник, который как-то по-другому начнет выполнять свою работу, тем самым продвинет ваш бизнес. Ну и вы тоже будете стараться, то есть тоже, возможно, начнете учиться в той сфере, в которой вы развиваете бизнес. И благодаря этому у вас возникнут идеи, и вы воплотите в жизнь какие-то перемены в вашем бизнесе, что-то новое внедрите, что принесет вам также очень большую прибыль. Вроде бы все рассказала, а то иногда забываю. Так что, девочки, смотрите все, потому что я иногда забываю какую-то сферу проговорить, потом возвращаюсь. Итак, смотрим теперь последняя карта. Наконец-то, это старший аркан Папесса. Ну, Папесса в первую очередь говорит о том, что самое главное значимое событие для вас, для всех, это будет какое-то обучение. Обучение, получение новых знаний, либо это может быть работа или бизнес в сфере образования или науки. Вот. Возможно, решите заняться научной деятельностью. Тоже будет очень благоприятно по здоровью. Неправильно или не вовремя диагностированная болезнь. Если есть заболевание, то лучше обратитесь к нетрадиционным методам лечения. Болезни, скорее всего, которые проявятся в этом году, будут связаны с психосоматикой. Вот, поэтому, то есть, иначе говоря, все болезни у вас в голове. В данном случае я больше вам рекомендую действительно именно нетрадиционные методы лечения и заняться именно работой с подсознанием. Кстати, вот по Папессе очень благоприятно и бизнес, и свое дело именно в сфере эзотерики, астрологии. То есть все, что связано с чем-то нетрадиционным. Дальше. В личной жизни, возможно, невозможно, а самым главным событием для тех, кто в паре или в браке, будет ваш отъезд или отъезд мужчины, то есть у вас какой-то период вы будете с мужчиной на расстоянии. Для тех, кто одинок, возможен роман с мужчиной на расстоянии, с мужчиной из другого города или другой страны. Дальше. Работа, карьера и бизнес. Здесь, в принципе, развитие будет, возможно, даже получение новой должности, но только после обучения. Работу найдете, опять-таки, только после обучения. Если хотите поменять работу, то сначала обучение. Что касается развития бизнеса, тоже бизнес будет развиваться, только если вы начнете учиться. Вот. Дальше. Пока с финансами никаких изменений не будет, то есть по финансам каких-то значимых событий не предвидится. Хотя обучение пройдете, в принципе, у вас должно быть увеличение финансов, но пока неясность и непонятная ситуация по финансам. Единственное, что уменьшение финансов тоже не предвидится. Да? То есть ситуация по финансам будет стабильная, никакого увеличения или уменьшения не предвидится. Вот такой будет год по всем сферам жизни. Для кого-то, ну, в какой-то сфере лучше, в какой-то, может быть, не очень. По крайней мере, я постаралась осветить все сферы жизни. Девочки, еще раз повторяю, смотрите все целиком, все видео целиком, потому что я иногда забывала осветить ту или иную сферу и потом возвращалась. Поэтому все-таки посмотрите все в целом. Заодно, может быть, еще что-то дополнительно для себя услышите. Дальше. Для вас, для всех.
Хочу посоветовать вам сказки на ночь. У меня замечательные сказки на ночь. Вот здесь несколько ситуаций было, где именно нужно движение. Да? Во-первых, у меня есть сказка на исцеление и оздоровление. Во-вторых, у меня есть сказка на омоложение. В этой сказке на омоложение прямо запускается процесс омоложения. То есть вы будете, возраст пойдет в обратную сторону, вы будете с каждым годом молодеть. Вот. Дальше, это что касается здоровья. Что касается, вот здесь несколько ситуаций таких, когда действительно у вас вот периоды застоя, скуки, нет энергии, да, то есть бессилие, то в данном случае я вам советую, только вышла новая сказка, мощный заряд энергии и жизненных сил. Возьмите ее обязательно, она реально, она очень мощная, она реально придаст вам сил и энергии. Дальше. Для тех, у кого бизнес, работа, да, если вы хотите именно получить новую должность, развить свой бизнес, обязательно возьмите сказку от негатива и препятствий, сказку на удачу и успех и сказку на богатство. От негатива и препятствий также подойдет сказка абсолютно всем. Дальше, на личную жизнь. У меня тоже три сказки. Сказка на привлечение конкретного мужчины, сказка на нового мужчину и новые отношения, а также сказка на замужество и счастливый брак, которая также подойдет абсолютно всем. Она создана именно для гармонизации отношений. Сказки вы можете слушать 2, 3, 4 вместе, в любое время, утром, днем, вечером. Когда вам удобно, во сне, да, то есть можете включить сказки и прекрасно под них спать. Ну и теперь, девочки, как всегда, перехожу к карте исполнения желаний. Желание загадывайте правильно. Внизу под этим видео есть ссылочка на мою группу ВКонтакте «Зеркало судьбы». Там размещены не только правила загадывания желаний, но также еще много интересной для вас информации. Там комплименты мужчинам на все случаи жизни. А также видеорецепты блюд. Благодаря которым вы можете своих мужчин соблазнять. Итак, девочки, загадывайте желания. Я надеюсь, все загадали. И карта исполнения желаний для всех, кто подписался или уже подписан на мой канал и поставили лайк под этим видео. И это карта Старший Аркан Дьявол, которая говорит о том, что ваше желание обязательно исполнится самым наилучшим для вас образом. Но для того, чтобы оно воплотилось в жизнь, вам не хватает эмоций. Я как-то говорила во многих видео, да, что Вселенная не слышит слов. Вселенная слышит ваши чувства и эмоции. То есть чем больше чувств и эмоций, позитивных, естественно, тем быстрее исполнится ваше желание. Вот об этом говорит Старший Аркан Дьявол. То есть больше страсти. Насколько сильно вы хотите, чтобы ваше желание воплотилось в жизнь? Должно быть больше страсти. Чем больше страсти, тем быстрее воплотиться в жизнь. На этом, дорогие мои девочки, желаю вам счастья, радости, удачи, всего-всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока.